Также в преддверии Международного женского дня букеты цветов и теплые поздравления автоледи республики получили от сотрудников госавтоинспекции на дорогах столицы. Сюжет Евгения Тайтонова. Сначала дамы за рулем терялись в догадках о причинах своей остановки и приятно удивлялись, когда слышали свой адрес. Комплименты и теплые слова поздравления с Международным женским днем 8 марта. Поздравляем вас с наступающим Международным женским днем. Да. Всего-всего самого наилучшего. Как приятно. Самое главное — здоровье, счастья, удачи. И самое главное — на дорогах не нарушать, соблюдать правила дорожного движения. Спасибо. Знаете, когда стоят столько мужчин в форме, улыбаются, останавливают, мы растерялись. Но когда нас стали поздравлять, это стало очень приятно. Я, если честно, поворачивала и думала, что опять не так. Меня он останавливает, я думаю, боже мой, это неожиданно. Мне первый раз в жизни поздравляют дорожники, это очень приятно. Спасибо. В этом году в рамках всероссийской акции 8 марта в каждый дом поздравления организованы в двойном размере. Женщин, управляющих транспортными средствами, сотрудники ДПС поджидали не только на центральных улицах города, но и на окраинах столицы республики. Дорогие наши женщины, поздравляем вас с Международным женским днем 8 марта. Желаем вам, самое главное, крепкого здоровья, счастья, любви, чтобы вы были любимы и соблюдать правила дорожного движения в городе Якутске. Пешеходы тоже являются у нас участниками дорожного движения. Также давали напутственные слова в целях безопасности, не нарушения правил дорожного движения. Акция проводилась с целью подарить женщинам в предпраздничные дни прекрасное настроение, а также напомнить им о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Евгений Тайтонов, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.